Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольштейн посетил школу села Бирафельд в рамках рабочего визита в Биробиджанский район. Во время экскурсии по зданию 1968 года постройки руководство учебного заведения показало кабинеты, для которых приобретут оборудование в рамках проекта «Точка роста» в этом году. В этом кабинете у нас будут проходить учебные занятия по трем дисциплинам. Это информационные технологии, это технология и основы безопасности жизнедеятельности. То есть меняем полностью компьютеры, да. Столы, стулья. Оборудование, да. Столы, стулья, ремонт. Вот. Да. Второй кабинет, он идет как кабинет разгрузочный. Для дополнительного образования. Разгрузочный кабинет – это место, где школьники могут отдохнуть, используя отвлечься от учебных занятий, например, сыграть в шахматы и шашки. В серьезном преобразовании нуждается и столовая школы, совмещенная с актовым залом. Поэтому в рамках проекта «Точка роста» запланирован ремонт пищеблока, обеденной зоны и приобретение оборудования. Но самым больным местом учебного заведения стало деревянное ограждение, находящееся в неудовлетворительном состоянии. Попасть на территорию школы посторонним не составит труда. Самые частые гости – коровы одного из местных фермеров. Чтобы обезопасить детей, глава региона поручил оперативно решить этот вопрос. До 1 сентября установят новое ограждение. На это выделяется более 1 миллиона рублей. Глава Биробиджанского района Сергей Солтус пообещал решить поставленные задачи до 1 сентября. Выполнение поручений находится под контролем главы региона. Алена Шот, Кирилл Богаченко, новости 21.